Наше отчаянное выживание в затопленном мире продолжается. На этот раз нас ожидают очень интересные приключения, ведь мы наконец-то готовы дать отпор всем фракциям и захватить все острова. Вооружившись с ног до головы, мы отправились в бой, но, как мы знаем, проблемы никогда не покинут нас. Всем огромный привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Олеша Кофе, и добро пожаловать на новую серию продолжения нашего выживания в такой игрушке, как Sunken Land. Серия получилась очень интересной и, конечно же, эпичной. Мы там сегодня такую вот вытворяли, так что обязательно досматривайте до конца. Вам я хочу пожелать приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Мы начинаем, поехали. Ну что ж, Андрюша, настал тот самый день, который мы ждали так давно. Сегодня мы наконец-таки скрафтим, соорудим нормальное, адекватное, скорострельное оружие. И не только. Ведь сегодня мы с тобой собираемся атаковать вражеские базы. Ведь абсолютно каждый вражеский остров должен быть под нашим управлением. Ну что ж, сегодня, ребята, нас, как обычно, ожидает очень интересный день. Но перед тем, как мы начнем хоть что-то делать, я вам проведу небольшую экскурсию, и опять у нас изменения на базе. Олег, соответственно, а, кого? О, вот это хорошо, кстати, давай. Надо приготовить сначала. А что, куда у нас дверь делась? Подожди, я вот этого не понимаю. У нас же дверь тут дверь. Запили, Олег, а у нас тут дверь была, ты что сделал с ней-то? Зачем? А в смысле, ее аборигены просто ее серии сломали. Вообще, я не починил, что ли? Забыл, видимо. Нет, забыл. Так, погнали сейчас со мной, потому что реально большие изменения, очень важные изменения на территории нашей базы, поэтому давай я тебе все покажу. Ну что ж, наконец-то я соорудил вышки. Вот, теперь у нас есть две вышки по периметру нашей территории. Одна с этой стороны, другая у тех ворот. Соответственно, мы поднимаемся на верхушку, и ты сейчас реально офигеешь. Ты сейчас реально офигеешь. Бам! Смотри, давай. Да, а патронов. А, потому что патронов нет, патроны, потому что у меня. Винильная такая. Я еще ни разу не стрелял с этого пулемета, но очень интересно посмотреть, как оно работает. И, соответственно, сегодня. Вот только пусть попробует прийти и напасть на нашу базу. Че. Ну да, фонарик, да, светит прикольно. Причем он крутится. Работает, да? Да, причем он крутится на 360 градусов, типа, понял? То есть его можно крутить прям вокруг себя. Поэтому, ребята, сегодня, вот не дай бог, кто-то нападет на нашу базу. Я ему не завидую. Потому что их. Ну-ка, подожди, у меня есть патроны. Подожди, а ну-ка отойди. Дай-ка я сейчас попробую просто зарядить обойму. Так, подожди, стрелять, да? А ну-ка. Чё, Олег, давай, чё? Олег, давай меня, трибунал. Думаешь, уверен? Да, давай, попробуй, протестируем, давай. Ну ты уверен в этом, да? Да. Ну давай, ладно. Я сколько, 3 или 4 раза вообще попал по тебе, ты умер, прикинь вообще. И у нас таких установлено 2 пулемета. Опять же, один на этой вышке, другой на той вышке. Поэтому, ребят, сегодня, вот опять же, если кто-то придет на нашу базу, вот я им реально не завидую. Потому что их ожидает реально настоящий ад. Они ведь не знают, что мы наконец-таки приготовились к этому. Это вообще классно, да. А еще, ты же не обратил внимания, знаешь, на что. Ой, сейчас ноги сломаю. Ладно, о, идут! Идут! С какой стороны, погоди? Не вижу. Не знаю. С другой стороны. Ема! Вот это тайминги. Вот мы только начали говорить про то, что не дай бог кто-то начнет нападать на нашу базу. И вот они идут к нам. Ну так, что? А где они? А я не вижу пока. А где потому что, Олег, ты их не видишь, потому что я тебя наебал, придурок, блядь. Ах, ты ж засрал. Это ты включил сирену просто, да? Да. Ну какой ты идиот просто. Ну вот, ну вообще, ты нормальный человек или нет, скажи, пожалуйста. Я обрадовался, побежал, скорее. Естественно, я уже обрадовался, я думал, ну наконец-то сейчас тест-драйв пушки пулемета произойдет, а ты, блин, Вася, а. Нормальный, правда? Ладно, смотри, а ты ничего нового не замечаешь? Вот смотри, встань вот тут вот на пирсе, да? Да, я только смотрю на кухню. Ну не, вот иди сюда, ко мне, вот сюда. Вот, я на пирсе стою, ну как ты ж меня не видишь, ну что ж ты слепой такой, ну скажи, ну вот. А, ну на пирсе! Смотри, не только причал, обрати внимание, какие изменения произошли у нас, ты ничего нового не замечаешь? 2 костра стоят. Да что ж ты за человек, да ничего нового вообще не замечаешь, нет? Ну вот, посмотри на транспорт, может там что-то новое увидишь, не? Вообще ничего не видишь? О, вот да! Мы нашли чертеж на создание этой лодки как раз таки в прошлой серии. Я создал ее, соответственно. Я еще не тестировал, я особо на ней, я только понял, я ее вот тут создал и вот сюда припарковал. Я оставил это на ролик, мне показалось, это будет интереснее. Ну, очень лодка выглядит вот так вот, она такая чисто надувная, ну прикольно, но прикольно. Но смотрите, мне все равно по внешнему виду больше нравится, вот если честно, вот эта лодка. Потому что ну, она симпатичнее. Ну да, есть такое. Но сегодня, ребята, наша главная задача какая? Соответственно, я только недавно реально узнал, точнее, осознал это, что главная задача в этой игре захватить абсолютно каждую фракцию, да, чужую фракцию на других островах, которые располагаются, уничтожить всех врагов и, соответственно, о, кстати, подожди. Просто в игре вышло обновление. Не-не-не, смотри, в игре вышло обновление. Вот буквально вчера.
И... Я... О, а вот это уже... Ах ты ж засрань, ну хватит шутить, а, реально, а. Ну ты ж понимаешь, я сразу загораюсь, я уже готов за пулемет, встань и просто очереди стрелять, ну не врубай, реально, а. Так вот, смотрите, главное вообще, смысл в этой игре, это развиваться, соответственно, что мы и делаем на постоянной основе, но при всем при этом уничтожить абсолютно всех, соответственно, фракций, всех мутантов, мародеров, работорговцев, клан спасения, союз охотников. Это все нужно просто уничтожить. Но, что самое забавное, до выхода обновления у нас было уничтожено целиком и полностью два острова, мутанты и мародеры, точнее, уничтожены две фракции. А вот сейчас, с какого-то фига там перепуга, снова враги какие-то появились. Слушайте, интересно, конечно, работа это, да? Олег! Но также... А, чё? А доверкинь потом, когда будет в следующий раз реально нападение, ты не поверишь? Тогда, конечно. Ну ладно, не, я буду все равно каждый раз проверять, потому что я не упущу этого момента. А, чё? Смотри, во что здесь делается, смотри. Ну давай, что там? Потом придёшь, поешь, смотри, супчик уже готовится. А пахнет как, прям ароматы какие, а. Так вот, смотрите, у нас вышло обновление. Соответственно, было, как написано, в сводке новостей было добавлено новое какое-то оружие. Давайте мы сейчас на него посмотрим. Опа! Вот это тряпочка такая, а. Ну иди оттуда. Вот я уже жалею, что я показал тебе это, понимаешь? Я просто жалею, Олег, об этом, а. А знаешь, как учение? Типа, у нас будет учение, типа, мы за оружие хватаемся, подготовка. Фига себе! Тут добавили какой-то новый ствол, какой-то сломанный LW-59 патрон для винтовки. Это какая-то скорострельная винтовка по типу МК Калаша, но как будто бы более современная. Блин, очень круто на самом деле она смотрится. И, по-моему, вот этого не было. ЕС-45 СМГ была у нас, по-моему, какая-то, да. Новая какая-то СМГ-шка еще. Пришли какие-то, да? Так, естественно! Дальше еще идем, ведь это еще не все. Дальше там еще, смотри, появилась какая-то новая функция захвата островов, да? То есть, если то... О! Опа! Да это я крабика замочил с дегла. Ну что ж ты меня бесишь так, а? Значит, появилась новая функция захвата островов. Как это работает, я пока что еще не знаю, но как было написано, что мы должны построить какой-то флаг и начать, типа, условно, захват острова. И только после захвата он будет считаться нашим. То есть как-то теперь так это работает, осталось лишь только разобраться до конца во всем этом обновлении и понять, что, ну, да, вот, так сказать, и, со всеми этими изменениями нужно делать, потому что я пока... Вот есть какой-то флаг-маркер, но он был и до этого, но как будто нужно использовать не его. Ну, в общем, ладно, сейчас мы что делаем? Мы сейчас готовимся... Соответственно, все к вылазке. Мы сейчас готовим оружие, автоматы. Че, какая? О, реально? Все, уже можно похавать? Да, уже можно. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть точно не отраву приготовил? Я тебя прошу, реально, только не отраву. Нет, все нормально. Смотри, блин, а. Насытило? Так, естественно, да. Так, смотрите, что мы сейчас делаем? Знаешь, как вы помните, в прошлой серии мы напали на очень потную фракцию. Там прям реально было очень сложно. И, наконец-таки, мы нашли с вами кусочки М-ки, кусочки Калаша и кусочки М-14. Сейчас мы все это дело будем создавать. И уже после того, как мы получим это оружие, мы сможем наконец-таки дать нормальный отпор всем остальным чужим фракциям. Ну что ж, я подготовил абсолютно все ресурсы для создания калаша М14 и М16. А слушай, а тебе какое оружие вообще надо? Тебе нужен калаш или М-ка? С каким оружием калаш, вообще? Калаш. Конечно же, естественно. А как иначе, да? Все, окей, тогда я создаю калаш. Урон плюс 42. То есть смотри, он скорострельный, но при этом у него 42 урона. То есть, ну, в целом, на самом деле, нормально. Но... А далее я создаю М14. Мы прям реально готовимся, я не знаю, какой-то нереальной заварушки. И М16. Кстати, у М16 урон 35. Вот. А у Калаша больше, конечно, да. Но так и должно быть. А у М14 урон 50. Ну что ж, и создаем и нос! Ну что, где ты? Оружие. А ну-ка, подарочки готовы принимать или не готовы? Да, Олег, у меня тоже. Смотри, видишь, ты мне хавчик готовишь, а я тебе оружие поставляю. Как тебе такое, а? Так, ну что, держи тогда свой калаш. Иди, вот. Смотри, что я тебе приготовил. Чё. Салатец! Слушай, спасибо. Реально кормишь, слушай, а? Спасибо большое, очень приятно. О, с прицелом. А, реально прицел, да? А ну-ка, подожди, я сейчас... Ой, ты дурак! Вот, видишь? Ну не надо, ты что делаешь, а? А, подожди, мне прицел ставить не надо, он у меня, по идее, будет на каждом, да? А какие у него патроны на винтовку должны быть, да? Во! О, прикинь, это я делаю патроны калибра 50, это у нас... Или, подожди, стоп, какие патроны нужны? Как будто бы реально... Ой, блин, кстати, М-ка прикольно смотрится, не? Ну-ка, иди сюда, выйди на улицу, я сейчас, просто хочу... секунду, а там нужны патроны на винтовку? М-ка, а я вот не понимаю пока, сейчас посмотрим, просто вот... Ой-ой-ой, она скорострельная? Да, она скорострельная, вообще кайф, так у нее отдача, конечно, сразу... Нормально вообще, нет, а? Так, подожди, какие патроны? Патроны, да, слышишь, прикинь, патроны для винтовки используются, что бля, для М-ки. Бля, по-моему, не так. Или... А, хотя нет, там много, нормально. Кстати. Но мы сейчас еще накрафтим, если что, не переживай. А ну-ка, а вот это у нас, смотри, а вот это М14. Подожди, она как стреляет?
Ой, вообще имба! Это почти как коряк, вот эта вот, ну, вот снайперская винтовка охотничья, только она скорострельная. У нее, конечно, урон 50, не 75, как у винтовки, но зато два раза вот так попадаешь, и все. Нет, заметьте, сегодня я реально не завидую всем тем, кто попадется нам под руку, потому что им реально все, понимаете, мы заряжены, мы реально заряжены. Главное, что все, Доминик Торетто едет. Знаешь, смотри, нам еще что надо, нам еще надо скрафтить с тобой бронежилеты нормальные, только не полицейские, я бы знаешь, какие с тобой скрафтил. Так, где у нас, подожди, у нас мастерская брони, вот тут, но какие, которые тактичные. Которые вот эти вот самые последние. Вот. А, тактические жилеты. Военные? Да, ну, да, да, военные. Вот. Либо не военные, есть еще тактичные. У нас есть жилет. А вот, кстати, жилет спецназа, я не помню, был у нас или не был. Но тактичный жилет точно у нас был. Вот, и тут как раз просто броня 40. Нам прям нужна прям самая мощная броня, понимаешь? Потому что сегодня мы с тобой реально собираемся, ну, нападать буквально на каждого, понимаешь, да? Поэтому сегодня нам реально надо нормально приготовиться. Взять кучу антибиотиков, взять всего вот этого побольше, потому что сегодня мы с тобой отправляемся на очень долгую вылазку. Так, окей, тогда все, мы сейчас начинаем. Все готовить. Мы сейчас тогда создаем просто патроны. Для этого нужны медные слитки, бездымный порошок. Мы начинаем их создавать в большом-большом количестве. А уже после этого отправляемся в нашу долгую вылазку по захвату других островов. Ну что ж, друзья, этот день настал. Мы готовы. Мы готовы отправляться в бой. С оружием, со стволами, с патронами, с провизией. Чего у нас только нет. Ну слушай, я прям не завидую реально. Олег. Я уверен на 100%. Сегодня каждый будет отлетать от нас налево, направо. Это прям 100%. Чего такое? Ну, перед тем, как мы двинемся, пойдем, Олег, я тебе сделал последний рецепт, Олег. Давай, что там такое? Вот, этого ты не ел еще точно. Ой, что это такое? Поднос, смотри, по-моему, делал, кстати, не? Нет, этот рецепт я не делал. Спасибо. Это мясо крупной рыбы и мясо краба. Слушай, вкусно, очень вкусно. Охуительно. Так, знаешь, смотри, я единственное не знаю, мы можем поплыть сейчас, но как будто бы через буквально пару минут на нашу базу должны напасть. Нет такого ощущения, не? Блин, а как мы будем отбиваться? Так происходит, абсолютно каждый раз. Каждый раз, когда мы начинаем отплывать от нашей базы, то она на нас сразу нападает. Поэтому я предлагаю для начала. Олег, ну как, мы будем там пихать им, да? Или можем сейчас плыть сразу? Не? Или как? Как думаешь, лучше сделать? Кстати, подожди. А ты воду взял с собой? Подожди, а я вот этой базы не помню, чтобы она была. Это новая какая-то? Подожди. Ты что, дурак, что ли? Как будто... Не, как будто ее там не было. Странно. Ладно, мы так или иначе доплывем, но как будто бы вот этого острова не было. Я, конечно, могу ошибаться, но, возможно, моя память меня уже реально начинает подводить. Так или иначе, окей, мы ждем тогда все равно нападения, потому что кто же знает, во сколько они придут к нам, потому что не хочется давать им базу рассказать. Они хотят приплыть, чтобы мы им напихали. Так, естественно, конечно, да, это так и оно работает. Поэтому мы ждем и уже после этого отправляемся. Ждали мы ждали, но не дождались. Никто к нам не хочет приходить, к сожалению, поэтому давай-ка мы поедем уже тогда к ним. Будем поедем, да, удерживаться да. Такой тактики, да. Так, давай. О! Ну ты меня достал уже, реально, ну хватит троллить меня. Я же, ты понимаешь, я вот прям понял, на пятой передаче уже сижу, на второй, точнее, я уже готов просто вот так вот влетать двумя ногами в бой, а? Так, смотри, я предлагаю, давай мы поплывем на какой лодке с тобой? Мне кажется, на... Мы можем с тобой либо на этой, либо на... Не, давай на береговой, давай вот на береговой, давай вот на вот это, давай вот на вот это, реально. Ну, так сказать, затестируем ее по полной программе. Че, присаживайся? Давай, поехали, получается, да? Так, аккуратно, подожди, тут немного... Газанул, так сказать, случайно. Она будет быстрее, чем наша в Майами. Вот это мы сейчас с тобой проверим. Так, ворота. Можно, пожалуйста? Ворота. Открываем. Самое главное. Подожди, надо закрыть. Самое главное, подожди, а то потом ворвутся, как это было в прошлом. А что не... А ну-ка, закрываем. Все, кайф. Так, смотри, вот этого острова точно не было. Я тебе прям реально говорю. Я тебе серьезно... Тут никого не было вообще, да. Поэтому мы сейчас плывем с тобой туда, и, наверное, первая фракция, с которой мы сегодня будем сражаться. А я так и не понял, что за флаг. Вот реально не понял. А ну-ка, идиотина. Я сейчас бинокль возьму, подожди, надо посмотреть со стороны. Ну, кстати, нет, слышишь, эта лодка не быстрее. Мы на газу летим 120. Но есть люди наверху, есть люди, да, да мы, слушай, у нас не и было они... Того, они с автоматами там стоят, Олег, прикинь. Смотри, у них дубайский контейнер, они дубайский контейнер. Так, ну что, давай, можно в целом отсюда как будто по ним поработать, попал, нет? Попал, да. Я тоже попал. Вообще спокойно попадаю. Они без брони, я же говорю, они слабенькие. Но на самом деле могли, слышишь, с автоматами, наверное, и прям так к ним идти, не? Давай поближе немного подскочим, так сказать. Стой, Олег, я выпал. Ну идиот ты, реально. Во, плавучее убежище, мутанты, его не было. Опа, стреляют, на втором этаже, тихо. Попал, еще. Попал, убил. Не убил. Ну они бомжи, Ну да, не понял, у них есть какое-то оружие, но нету брони. Вот он, смотри, внизу. А ну-ка. Почему я? На ДМ-ку использовать, подожди. Ага. Только экономь патроны, слышишь? Старайся прям попадать. Да, я попадаю. Потому что у нас патронов не так уж и много, на самом деле. Островов захватить сегодня надо много.
Но... Ну, блин, там дикари, там дикари. Ну, тогда, да. Ну, нет, слышишь, дикари дикари, но оружие-то у них тоже есть. Поэтому, какими бы они дикарями не были, все равно... Подожди, живой? Или он забаговал? Он забаговался, прикинь, что за фигня? Да, вон они здесь, я всех убивал. Ну все, вообще. Ебать, как прикольно без оружия мочить. Так да, да. Нормально вообще, нет, а? О, нет, иди сюда. Ну-ка, сейчас, погоди секунду. Я вожака убил. Так, подожди. О, Чека, куда ты лезешь? Смотри, смотри, как вожак выглядит, Олег, смотри. Где? А, ну да, так мы его встречаем. Клубничка. Давно не видел, на самом деле, чтобы с кого-то падала клубника. Так, что, давай исследовать, давай посмотрим. Ну тут по-любому что-то должно быть, что-то интересное. Суки забрали себе дубайские контейнеры, думали, самые умные. У них, слушай, у них прям реально плавучее убежище какое-то, понял? Выглядит прям как лодка такая, как баржа такая большая. Интересно. Так, смотри, на вторую... Так у них ничего нету, вот мне сапсин столько есть. Бомжи ебаные. Не, забей, ну нам нет смысла. Понял, нам просто вот этих мутантов надо просто до конца уже всех уничтожить, чтобы просто их не было и тут и все. Что тут еще интересного? Кружечка воды. Не, так у них вообще все пусто. Вот тут только может быть, возможно, что-то найдем, и то не факт, и то под большим вопросом. Так, ну да, а тут там? Мясо краба только, слышишь, сера. Ну только серу, наверное, можно взять для порошка и как бы, ну напиток. Ладно, ну это ладно, возьмем это, короче. Ну такое все. Ну все, получается, тут больше ничего нету, да? Я правильно понимаю? Дерьмо, Олег, полный, нахуй потратили патрон. Но при всем при этом, смотри, у нас мутантов, ноль врагов. Но при этом им принадлежит 5 островов. Как захватывать острова, я, честно говоря, даже не знаю. Так, флаг. Ну вот, я не знаю, может, у нас, кстати, не все чертежи еще это изучены. У нас тут есть... Идиот. Ну ладно, короче, надо смотреть. Я просто не понимаю реально, какой флаг нужно тут ставить. Потому что, ну вряд ли вот этот... Подожди, вот, ну есть один флаг, где я его видел, блин, подожди. Ну вот, флаг-маркер. Разместите его, чтобы отметить местоположение. Ну, это единственный флаг, который можно как-то разместить. Но у меня, я ничего не брал просто с собой для его создания. Ну, конечно, иди, вот, значит, ты. Не, я в целом... Плыть обратно не особо хочется. Ну, как будто надо, я не знаю. Ладно, чё, поплыли тогда дальше. Я вот единственное, я реально боюсь немного отплывать от нашей базы, потому что, ну, непонятно. Реально непонятно вообще, в какой момент могут прийти вот эти вот, понимаешь, вот, нападалкины, скажем так. Долбоёбы, да? Ну, давай, вот давай, реально, давай, потому что мы сейчас уплывем подальше, а потом как бац, сирена сразу, вашу базу атакует. Вот как бы непонятно. Так, вот этот остров, насколько я помню, мы его захватывали. Да, вот этот склад, он уже под нашим, так сказать, влиянием, там мы уже были. Ну, как сказать, поэтому... не нашим, просто освобожденный. Ну, да, да. Ну, не, ну, под нашим, слышишь, это наш остров. Раз мы освободили, то точно наш. Тогда окей, давай когда смотри. Когда там будет наш флаг, тогда будет наш. Вот, смотри, вон там вот прям справа от нас есть какой-то большой остров. Вот, давай до него доплывем, попробуем посмотреть. Может там кого-то можно, так сказать, замочить. И все. Видишь, вот склад, клан спасения. Ну тоже верно, да. Остров, кстати, да? Тоже верно, да. Да, да. Но вот надо как-то... Ребят, если вы знаете, как это делать, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, опять же, в обновлении было написано... Ой, подожди. Не, ну мы можем сегодня попробовать, затестировать, понял? Мы можем просто попробовать это реально сделать, условно скрафтить флаг и все. Вот, кстати, сейчас, вот сейчас будет реально сложно, потому но что Олег, мы... Олег, сейчас у нас будет тактический спецназ. Да, вот сейчас нам реально придется прям максимально аккуратно все это делать. Я предлагаю сразу заранее перезарядиться, подготовить все столы, потому что, насколько я знаю, этот остров, скорее всего, будет принадлежать вот этим вот... Да, племя военных голов, да. Вот сверху одного уже вижу, а как всё, он там, смотри? Мы можем его мучкануть, слышишь, не хочешь? Поработаем по нему, да? Ну давай. Раз, два, три, стреляем. Попал. Да сколько на... Попал. Всё, найс. Нет, забиваемся. На лестнице. Я вижу, он... Ой, тихо. Так, ладно, тихо. Давай как-то издалека попробуем зайти, не? Нам надо реально как-то, слышишь, прям тактично максимально это делать. Прям очень ой, тактично. Ой, по мне попал. Реально? Нормально вообще, слышишь? Давай, может, сюда попробуем зайти? Давай. Гоу, а ты с чем? Ты с эмкой пойдешь или с чем? С калашом. С калашом, точнее, да. Так, давай вот так вот. Ребят, сейчас будет реально самая опасная просто перестрелка, потому что мы в данный момент нападаем на самую опасную фракцию, на самую сильную фракцию, которая давай есть сюда, в этой игре. Давай вот так вот зайдем, смотри. Сбоку по камням. Ну-ка. Подожди, я вижу. Где? Блин, ну тут расстреливается не так? Не просто. Сейчас, подожди, я попробую на камень. Давай его вот тут, смотри, вот так вот обойдем просто. Подожди, я залез на камень. Вижу одного, где? По голове попал. Тихо. Блин, я не могу попасть. Я просто не могу. Тихо. Убил. Ой! Да как, какая ж баллистика тут у эмки? Олег, прикрываю. Давай. Ой. Не, кстати, ты видишь, они если попадают, то вообще мало хп сносят. А все благодаря нашей броне тактичной. Кто там так стреляет, я не понимаю. Это снизу они. Это по тебе попал. Так стреляют?
Да. Жесть вообще. Убил, а ты где вообще? А, ты наверху? Я на камне наверху. Има как снайпер просто. Реально засел. Так, ладно, я возьму лучше МКшечку, наверное. Как будто вот с ней надо ходить. Ты видишь кого-нибудь? О, справа, справа. Попал, попал. Блин, ну они на ходу вообще не попадаю никак по ним. Попал. Слева где-то стреляют по нам. Хорош, все, вот это убили, вот это убили, вот это убили. Где-то слева, где-то слева стреляет, где-то слева. Во-во-во, издалека, вон там вот. Тихо, вон, да. Вон. Ой, блядь. Кто? А вот опять, понял, это баг опять. Меня сейчас резал кто-то, меня реально сейчас кто-то резал. Я прям слышал звук это. Прям вплотную как будто подошел. Ну вот не дай бог сейчас дальше так будет продолжаться, а. Че, живем, может, живем, может поближе подойдем как-нибудь, не? Ну-ка, дай-ка я на всякий... Я антибиотики заюзал, чтобы фул хп было. На всякий случай. Где-то внизу. Олег, перехожу на табельное оружие. Давай, 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 давай. Вон он, вижу его. На. Вот они бегают, конечно, так прям очень неудобно. Попал. О, слева, слева, попал. Слева. Тихо, тихо. Добил, идем. добил. Хорош. Еще одного. И вон там еще, я не знаю, добил, не добил, но как будто бы... Ой! Вот он внизу где-то, вон. Да, вижу. Что у них за броня такая? Сколько патронов просто попадания, это все сносится. Вон еще вижу одного. Давай поближе, да, подойдем. За покрышками. Погнали за мной, погнали за мной, погнали за мной. А ты где? Только... Вот, я вниз вот тут сюда спускаюсь. Давай вот так вот, смотри, вот так вот. Здесь аккуратно. Давай, через верх. Никого, да, вот, тихо. Ну как, там же поглай. И вот тут аккуратно будет, смотри. О! Готово. Ебать, я тебя прикрыл. Найс! Только подожди, под нами еще кто-то должен быть. Тихо. Смотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как? Ну что? Как я не попадаю-то? Готов. Хорош. А нет, еще, вот еще. Немножко жив. Все, убил. Ема! Немножко жив. Так, ну один еще справа был, я не помню. Вон он, да, он там есть. Так, а давай посмотрим, пожалуйста, что с них под... Сломанный шлем спецназа! Сюда! Вот это прям, кстати, то, что нужно. А ну-ка, иди сюда ко мне. Ну пока можешь не перестреливаться. Все, готово, я убил. Ну, хорош вообще, реально, а? Нет, тут реально работает спецназ, ребята, понимаете? Нейтрализовал! Так, давай откроем просто, да, опять же. Возможно, какой-нибудь чертеж интересный найдем. Может, что-то еще интересное, да, разыщем, надо сказать, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гранат! Потом, да. Блин, я, кстати, забыл про то, что я взял с собой гранату. Что-то я как-то в момент, понял, вошел. Блин, слишком... я тоже забыл, да, но у меня тоже есть с собой. Вот, я слишком это понял, сильно вошел просто во вкус этого перестрелки и просто забыл вообще. Еще просто... один здесь! Тихо-тихо. Внизу? Да, бил? Я его. Все, я убил. Хорош. Так, вот здесь сейф еще наверху, иди сюда. Откроем сейф, Олег, посмотрим. Ты что, дурак, что ли? Карантин. Слушай, я уверен на 100%, что тут еще кто-то точно должен быть. Мы сейчас должны все тут обязательно зачистить. Этот остров должен быть под нашим боем. Ой! Сзади! Ну давай, че ты в крысу хотел, да? Он умер, не? Не знаю, иди проверь. Иди ага, проверь. Иди проверь. Давай, ладно, в приседе просто долутаем уже и посмотрим. Ну, там так, лоу хп, он там прям... Нужны патрончики. Что там, реально что-то есть интересное? А ну-ка. Чертеж большой генератор. О, реально? Это да. Хорошо. У меня, кстати, нету никакого чертежа. Фигово. Я изучил, она сразу... Я забрал все самое-самое. Все, ладно, давай будем спускаться вниз. Слушай, мы же знаешь, что с тобой взяли? Помнишь, мы же с тобой фонарики взяли? Налобный фонарь. Давай реально наденем, ребят, вы сейчас просто офигеете. Бэм! А как его, подожди, надеть? Просто справа, вот туда же, где сейчас. У тебя прицел, у вас-то, вот туда же просто его закидываешь и все. И барин на башке, он вообще мешает очень сильно. Ну да. Так, давай вот эти коробки проверим. Ну-ка сюда иди, спускайся. Не, ну тут у них база, ой, кошелечек, денежки. Ну фигня на самом деле, ничего интересного пока. Уши вас трое держи, потому что они могут. Не, пока что. Пока что самое крутое, что мы нашли, это вот тактически все вот эти вот. Это ты, фух, я испугался. Тактически всякие бронежилеты. О, сломанный шлем спецназа. Во-во-во-во. Сломанный М14, гранаты, патроны. Ё-моё, ребята, это лайк однозначно просто. Так, здесь у нас. Есть один. Ой! Тихо. Где? Убил! Все, найс! Все! Конфеточка, патрончики, консервы сюда. Так, где у меня консервы? Вот сюда. Мы еще, кстати, специально для этой вылазки... У меня с собой 8 гранат, 9 гранат. Это вообще хорошо. Мы специально для этой вылазки создали себе новые военные рюкзаки, у которых больше вмещаемость, и это реально вот прям круто. Хотя нам уже, по сути, на самом деле, все вот эти предметы для обмена, они нам вообще не нужны. Потому что там у этой обменщицы, да, у этого торговца... Ой-ой-ой! У меня сел. Ой-ой-ой, да как? Нет! А кто меня убил? Ну не говори, я ж тебе...
Ну как это произошло, скажи, пожалуйста. Как я, я в него весь магазин садил, он не умер. Ой, ну давай, ладно, не возвращайся тогда, наверное, знаешь. Я. Нет, там мои вещи. Ну хотя тоже верно. Ну бери, бери тогда гидроцикл, но гидроцикл только доплыви сюда и все. И дальше будем тогда лутаться. Я проверял, я его нашел раньше. Знаешь, что я нашел? Чертеж, легкий вертолет. Легкий вертолет! О-о-о. Ребята, это лайк. Так алло, это... тебя без топлива стоят эти хуйни, Олег, ты чё? Не, там должен быть гидроцикл, или я все это. А, ну тогда бери лодку, мотор, только не это, только не Майами, слышишь? И еще я нашел чертеж сломанного вот этого нового оружия. Вообще кайф. А ну-ка, бэм! Блин, кстати, этот вертолет он выглядит как из Stranded Deep, прям один в один. О, я вообще нифига не вижу. Просто вообще ничего. Короче, ладно, я тогда буду, наверное, ждать тебя и будем возвращаться уже домой. Блин, вообще самое странное, что на нашу базу до сих пор не напали. Вот это прям реально самое странное. Так радуйся, Олег, я не понимаю. Наоборот, я хотел сегодня очередь из пулемета там раздать, понимаешь, налево-направо. Они не приходят. Ну, даже по мне раздал, Олег, нормально. Ну нет, это не считается. Я хочу по ним. Я хочу, понял, отомстить им за все эти страдания, через которые мы прошли. За каждый раз, когда они ломали что-то на нашей базе. Вот по-другому никак и не скажешь. А они, Олег, поэтому не приходят, потому что они пулеметы видят. Ну, кстати, знаешь, что мне интересно? Можно вообще вот так вот проплыть просто? А нахуя? И для чего ворота нам вообще нужны? Скажите, пожалуйста. И вот так вот красивенько мы с вами паркуемся. Блин, мне прям очень нравится, какая база у нас получилась. Ну вот реально прям круто, а? Да. Так, все, мы тогда сейчас быстренько разгружаемся и отправляемся в очередную вылазку. Так, ну что ж, давай смотреть, куда мы поплывем с тобой на этот раз. У нас есть много островов, где они находятся прям вот, вот в этой части, которую я показываю прямо сейчас. Зеленый остров. А, Зеонский, да, я вижу, атолл. Круто. Вот нам надо туда куда-то, мне кажется, плыть, потому что там много незахваченных островов, где нам с тобой реально надо поработать. Ну, конечно, поэтому... там, где не захвачено, конечно, мы должны быть там, да, чтобы разъебать все кругом. О, не, все равно проплыли, смотри, не, я вообще не понимаю, да, как это работает. Это очень странно, как и вот этот камень, который у нас с самого начала нашего выживания просто, ну, застрял здесь. Да, Олег, плохой человек. Просто плавает, и все. С чего это я плохой человек? Ты, если знаешь про существование острова, ты хочешь всех изничтожить, все забрать, все. Ну, так, в смысле, это смысл игры в этом и заключается, о чем... О, кстати, подожди. А вот это этой базы тоже смысл не было, смотри. А вот этой базы тоже не было. Ну там, мне кажется, тоже дикари, не? Ну давай попробуем. Это у нас... Нет, подожди, это у нас кто? Ну это мародеры тоже, да. Мародеры мне интересно, короче. Но это тоже новая какая-то база, ее не было. Давай тогда смотри, окей, мародеров пока трогать не будем. А давай смотри, сейчас как, мы с тобой... Пощадим. Во! Может туда, не? Это что у нас давай, там? Давай, давай, я согласен, Олег, за любой движ. Вон, смотри, мне кажется, прям туда и надо. Смотри, там огромные какие-то здания. Давай туда реально попробуем, не? Мы же находили какой-то остров, там большие антенны стояли, не? Это да. В прошлый раз мы до него доплыли, но это в обратной стороне, это в противоположной стороне. А мы сейчас с тобой плывем на какой-то другой остров. Давай вот здесь попробуем. Так, смотри, этот остров кому принадлежит? Это у нас... А что не показывается? Ребята? Это Олег. О, у дерева справа. Олег, так я вижу, да, я вижу. А что не показывается кому-то? Нас сейчас убьет. Что не показывается-то, я не понимаю. Не, ну ребята там, кстати, серьезные, слышишь? Прям очень серьезные. Чё, может, выбирай, ну, точку, откуда будем штурмовать. Давай, выбирай, давай, сейчас десантируемся где-нибудь и попробуем захватить. Это вообще мотель какой-нибудь, смотри. Какой-то Олег, это с винтовочкой. Так, ну в целом вот здесь вот как будто десант, не? Смотри, вот тут штурм, как будто нормально. Штурм! Давай, ладно, погнали. А смотри, до сих пор не показывается, что это за остров такой. Как это там? Может, Олег, это секретный остров? Может быть. Так, ну я вижу одного. Ну-ка. Бэм! Олег, смотри. Тихо. Подожди. Бэм! Наверху, на втором этаже, видишь? Готов стрелять? Раз, два, три. Стреляй. Ну я попал. Он с дробовиком там, а? Ты слышишь, как... Он там головка, да маленькая головка просто торчит и все. Ну, кстати, попадает. О-о-о-о, он еще наверху. А ё-мада, что так много тут? Не, короче, слышишь, нам нужна другая, нам нужна нормальная позиция. Нам нужен прям реально... Что ж они так стреляют-то, ребята? Мужики! Я себе! Давай вот тут за камень. За камень вот сюда. Тихо. Подожди, вижу. Тихо. Перебираем, тренировочка небольшая, да, произошла. Сколько ж потратить на тебя патронов? Не, с эмки вообще невыгодно стрелять. Я уж МКшечку возьму. Вот попал, тут кто-то попал стоял, да? Вот тут где-то кто-то был. Блин, все, ну их прям убил, очень но... много. Вон еще наверху. Бам, бам, где пробный бам пистолет перейти? Вон еще, а? Минус один. Вон еще. Простреливается так вот? Простреливается, хорошо. Найс, еще попал минус. Попал с пистолета, убил с пистолета. Так, вот здесь аккуратно. Мы когда подплывали, здесь кто-то был. Поэтому вот здесь прям надо быть начеку. Вот вижу одного. Да сколько ты их там? Давай. Все, убил, по-моему, убил. Блин, ну их как-то слишком много тут, нет? Прям как будто очень много.
чё, Олег, стреляю. Награда надо будет взять наверху, Олег, я картошечку подобрал. Да, ну тут... А, тихо, куда ж ты? Давай. Нет, тут отдача прям очень странная баллистика и очень странная отдача, если честно. Я таблеточками сейчас захиляюсь быстренько. Попал. Ой, я прикинь, я с трупа залутал чертеж, ну этот, не чертеж, а деталь от сломанного автомата. Это вообще хорошо. Они... Вижу. А, не успел. По-моему, слышишь, они все, они остались. На втором этаже убил. Тихо, откуда? Ой, прям очень на сильно лестнице, попал. У меня кровотечение. Бинты, антибиотики. Он один прям меня сильно сейчас надамажил. Слышишь, я не понимаю. Да, строевика, потому что. Я понял, откуда он стреляет. Бинтики, спасибо. Можем со спины как-то, может, зайти, не? Здесь как я может? Почти его убил. Давай. Я тоже, убил его? Я тоже дробовик сейчас буду брать. Вот тут уже... Он вниз упал. А так о чем мы тупим? Давай гранату наверх закинем просто туда, и все, может, кого-то заденет, не? Ну-ка. Попробуй. О, она в меня летит! Она не так далеко летит, что за фигня? Все, рашем, пушим их, не? Или что, или как? Попробую гранатами закидать там все сейчас, да. Давай. Так, о чем? Безопасно подниматься уже вот так вот? На нахуй. Ну-ка. Ну попробуй. Видишь, они как-то у него очень странно летят. Ну да. Давай попробуем подняться, а ну-ка. По-моему, никто. Вроде все. Вроде никто. Не, давай вот прям аккуратно все проверим, прям 100%. Лучше я вот раз дробовиком был, да. Ну это, кстати, остров, он принадлежит, это застава Клифтон, Союз Охотников. То есть, Союз Охотники это... предпоследние по мощности. То есть самые мощные это вот головорезы те, с которыми мы дрались первый раз. А тут вот эти вот ребята, конечно, тоже мощные, но не такие мощные. Точно, я наверху сейф нашел. Не, все, забей, короче, да. Мы тут так, вот это возьмем. Отлично. Так, что тут интересного у них? Телефончики, антибиотики. Ну, блин, я не знаю, опять же говорю, вот эти вещи, которые для продажи. Стой, нет, один есть, один жив. Где? Что, я убил его? Ой, двое! Нет, убили! Я не понимаю, как? У нас бронежилеты, потому что сломались. Ой, еще один! Меня тоже убили. Их дохуя, Олег, там еще. Ну как объяснить, как такое могло произойти? Как? Ну, Олег, ну мы вроде такой спецназ с тобой четкий, ну как мы сосем? Ну типа понял, мы расслабились. Мы сначала включаем мод просто спецназа, потом все буки расслабляем, уже такие, все, мы все захватили. И все. Короче, сейчас плывем туда, тогда надо завершить дело до конца, да. На полную скорость взбиваем. Блин, не получилось. Сейчас вот не зашли, смотри, видел, а? Зато вот до этого спокойно заплывали. Все, значит, плывем, летим просто. Мы даже ничего не брали с собой. Мы просто. Олег, у нас главное, есть просто. Да, слышишь, нам главные вещи с собой подобрать, потому все Олег, вот эти мы едем еще. С желанием просто отомстить. Да. Единственное, знаешь, в чем проблема? Что вот как раз таки сейчас, пока мы с тобой плывем, как раз таки может и начаться атака на наш остров. Я вот, ну, вот прям переживаю. Ни за в коем это. Случае, Олег, не Нет, будет дай такого бог, ни за это что. Произойдет, потому что это будет прям. Понял, у них сейчас просто идеальный момент, когда мы безоружены, когда у нас все патроны находятся там, на нас. У нас там на базе только пулеметы, которые, там есть патроны, как в ящике лежат, но все равно. Нас-то там нету, поэтому они могут даже реально спокойно напасть и сломать нашу базу. А, поэтому... и смотри, сейчас, Олег, сразу тебе говорю планировку действий. Смотри, сейчас там наверх. Нет, там наверху в помещении двое находятся приблизительно. Одного вроде я убил дробовика в упор. Так. И третий находится за зданием, там, короче, на вышке. Ну, смотри, мы надо поднимаемся будет... по лестнице, я кидаю, у меня одна граната есть. Причем, у меня опять, 4. Это очень тупо, ну реально, все вещи, которые у тебя вот тут внизу в слоте, у тебя все, они не исчезают вообще никогда. Ну, типа, это странно вообще, реально. Вроде, причем, ну, типа, ты никак не можешь на это повлиять, вот такая вот просто игра. Все, давай, просто, вылетаем. Сейчас опять ёбнут. Это будет смешно. Ну, это чисто твое проклятие, понял? Вот это из-за тебя все, потому что... О, кстати, тут внизу сундук. Подожди, давай сундук сначала осмотрим. Просто, ну, быстренько так. Что такое? Что такое? Нет. Что? В смысле, кто-то внизу? Да! Где? Я убил его! Охуенно, спасибо. А тебя убили? Да, блядь! Идиот! Ну какая же ты тряпочка просто. Ты дурак, я уже с гранатой шел, блядь. Ну какая ты тряпочка, а? Кто знал, что внизу кто-то будет, блядь? Так, подожди, стоп, я проверяю. Я не поплыву, Олег, все, я заебался. Ну давай, я кидаю туда просто гранату. Ну конечно, она не долетит, да ну что это за... Как работает тупо так граната, я не понимаю. А никого нету? Блять. А что за фигня? А где все? Все? Все чисто? Может куда-то убежали, я не знаю. Блять, в этом доме хоть есть одна блядская батарейка? Никого нет, тут никого нету, слышишь, все, они пропали. Что за бред вообще? Все, взять, все, отлично. Но я подобрал все свои вещи. Да я мои могу... вещи. Давай еще. Я твои вещи просто возьму как-то.
Хотя он мне не поместится ничего. Мне не поместится. Ну-ка, я вот тут еще проверю. Не, вообще, прикинь, все. Может, они, пока мы плыли, они вниз спустились просто, не? Как наверное. Возьми хотя патроны там и аптечку. Не, там. Я могу загрузить всю лодку, я заберу, окей, я привезу. Давай, блядь, тогда ненавижу я буду... эту игру, блядь. Стой, только знаешь, что меня смущает? Если ты говоришь, что там оставалось двое в живых, а мы сейчас убили только одного, то есть такая вероятность того, что на этом острове еще кто-то есть. Потому что одного-то мы убили сейчас, вот я убил, да? А вот второго я не знаю где. Короче, непонятно. Ну там еще военный ящик, надо аккуратненько спуститься и подобрать его, потому что там может находиться что-то очень интересное. Ну не, ничего особо только такого, такого нет. Короче, ладно, я еще тогда твои вещи просто беру, закидываю и плыву тогда уже до дома. Ваша база под атакой, Андрей, срочно! Реально? Я прям, прикинь, какой тайминг сирена я приплыл сейчас. Сирена, они реально, слышишь? Они еще, знаешь, с какой стороны заплывают? Ну нет. Садись за пулемет, идиотин. Сейчас, 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 сейчас лодка застряла. Быстрее. Блин, Андрей, нет. Проблема на проблеме у нас случилась, реально. Я иду, садись, я иду, за я иду, 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 иду. Так, смотри, твоя задача сейчас. Подожди, пулемет у нас с этой стороны, с той стороны тоже стоит. Но подожди, они с какой стороны конкретно? Подожди, я патроны беру. Со стороны ворот главных. Подожди, не вижу. А ну-ка, включаем. Закончилась энергия, ну ёк-макарёк. Надо подсветить просто немного. Я не вижу никого. Сейчас, иду, 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 иду. Да ты отстреливаешься от них или кто? Да, я. Давай, все, я сажусь, где они? А ну-ка! Бам! Сюда! Кто еще? Ну, кстати, на нас сейчас напали какие-то слабенькие челы. Ну да, что-то странно как. Но они нормально дамага. Знаешь, почему сирена не сработала? Потому что кончился генератор. Да, закончилось топливо в генераторе. Но я вот стараюсь не особо тратить патроны сейчас, экономить. Ну вот все, там остальные, они на воде остались. Тут нет смысла, да, просто уже работать по ним. О, тут этот я не подключил, блин. Блин, если бы я еще кто-то видел, реально. Там у тебя как, нормально? Отстреливаешься? Да, патронов нету, правда, да. Ну что сказать. А еще... А, меня убили. Я прям слышал этот звук стрелы, который последним тебя зашел. Я отстреливаюсь. Да сколько их там, а? Ну блин, они зашли не так, как я представлялся, понял? Ну, блядь, видишь, ты все испортил. А чё я все испортил-то? Я вот этого не понимаю, а? Так бывает, Олег. Нифига, ничего не бывает. Ну-ка, подожди. Ну все, тут осталось одного убить просто, вот там, в воде. Сейчас я, короче, я к нему так приду, реально, он достал меня. Ну-ка сюда, иди. Да, иди, иди, зарежь. Ай, куда ты там стреляешь, слышишь? Кого-то ломаешь, ты строил это, да, или кто, нас, а? На самом деле сейчас вообще слабаки напали. Ну типа, да, там... согласен. Странно, кстати, очень странно. Может, это после выхода обновления они что-то, короче, поменяли, но потому что до обнова на нас уже, ну, нападали, там... прям там с автоматами. Там, там совсем... были уже спецназовцы какие-то, блядь. Да там реально, там вообще какие-то невероятные ребята были. Блин, ну ладно, нормально. Не, в целом нормально. Надо, видишь, надо лучше базу укрепить, но в плане не укрепить, а подготовить. Я просто с этой башни забыл вообще поставить этот генератор, чтобы прожектор включить. Там у нас топливо закончилось. Короче, у нас просто под конец дня все пошло не по плану. Но зато пулемет мы, так сказать, опробовали. Прикольная тема, интересная, но патроны там, конечно, очень дорогие, и надо их экономить. Ну что ж, я думаю, что сегодня на этом мы будем заканчивать даже серию по выживанию. Сегодня был очень хороший, продуктивный день. Еще раз подойдешь ко мне, я тебе просто прокачу дробью с дробовика. Только попробуй сделать что-то мне. Ах ты ж... А патронов нету! Патронов нет! Идиот. Зарубил топором, как мразь. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, прожимай кнопочку лайка. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. А выебывался-то? Всем пока-пока.